Добрый вечер. Сегодня у нас в гостях Наталья Дмитриева, поэтесса, тележурналист, режиссер. Я могу перечислять еще долго-долго-долго. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада вас видеть. Я не первый раз на этом мероприятии. Мне очень нравится все сегодня в таком летнем стиле. Сегодня я представлю свои шуточные стихотворения о ресторане. И я вообще очень счастлива, что меня приглашают. Я здесь с сыном и с подругой, визажистом, поэтому все, как я вот накрашена, вы видите, это вот ее плоды. Наталья, то есть сегодня, значит, все будут смеяться? Шуточные стихотворения у вас будут, да? Ну да, я думаю, я повеселюсь сама. Здорово, очень приятно. Мы с нетерпением ждем, конечно же, ваши стихи. Скажите, какие у вас планы на ближайшее будущее? Что касается вот стихов, я планирую выпустить семейный альманах, потому что у меня стихи пишу не только я, но еще сын, дочь и папа. И я начала писать стихи с 15 лет, и для меня это будет приятным подарком, если у меня осуществится эта мечта. Я к этому стремлюсь и надеюсь, в ближайшее время все-таки мои альманахи будут украшать ТВ-шанс. Наталья, конечно, с радостью. Мы очень рады за вас, желаем вам успехов, удачи. И чтобы все ваши планы обязательно осуществились. Спасибо. И вам спасибо. До новых встреч.